at this point, most of them are coming to stay at least for a while in Brasov. Some of the women here are in contact with their husbands, who are asking them not to leave further in Europe because the war might end at any time, so they want to be close to home. And also they found out, as I said, that Brasov is welcoming them and offering them good conditions. Мой дедушка, папин папа, работал в Брашове в начале прошлого века. Он работал в этом городе, он зарабатывал здесь деньги. Мне про этот город рассказывал и мой дедушка, и мой папа. Поэтому, когда мы выезжали из Украины и много думать не пришлось, я просто знал о рассказах своих родственников про этот город. В Румынии я бывал до этого, в 70-е годы бывал. Значит, у нас с женой было свадебное путешествие в Румынии. В 74-м году мы приезжали сюда, в Румынию, на свадебное путешествие после нашей свадьбы. Поэтому я знаю Румынию хорошо. Там у дяди фотоаппарат есть. Еще дядя, привет, скажи. Привет, дядя. Не отсыпет. Смотри, там... When we came to Katya, it was about 8 in the evening, and we understood that the registration was closed and we had to sleep in Katya. But then we met another volunteer and she helped us with accommodation. She just gave a call to one Romanian couple and they let us live in the apartment. We made a decision to stay here because, as I told, we had many friends now here in Brasov. Also, we understood that it's really hard to visit another country with a small baby because he's only 2 years old. That's why we stay here, but of course we want to come back home. But we will see if the situation will start to be better, we will come home. За время нашего нахождения нам понадобилось достаточно много медицинской помощи, так как пришлось и обратиться, и по маминому вопросу мы пересекали границу, и мы нуждались, так сказать, уже в консультации. По маминому вопросу это была мочекаменная болезнь. Вот, и мы в частной клинике, в которую нас направлял так же самый центр Кати, получили абсолютно бесплатную, высокоспециальную, я так поняла, поддержку, консультацию, что облегчило ее состояние на данный момент. И помощь по поводу ребенка, госпитализация, скорая помощь очень на высоком уровне. Очень на высоком уровне. То есть изначально мы не хотели госпитализироваться. Мы приехали на скорой помощи, прокапали одну капельницу. Мы еще не особо тогда понимали, с чем мы столкнулись. Вот, вернулись в центр Катя. И там же получали любую поддержку в плане медикаментов, медпункта ихнего. Вот, и уже через время мы госпитализировались на 3 суток лечения и также забота очень удивляет даже в сравнении с нашей медициной.